Подготовке к учебному году был посвящен и брифинг вице-мэра областного центра Анатолия Осипова. Власти столицы региона уверены, все идет по графику. Все школы и гимназии областного центра прошли приемку комитета по образованию и к 1 сентября готовы. Впрочем, не обошлось и без замечаний. Одна из основных проблем – крыши. Сейчас завершается ремонт кровли в 13 учебных заведениях. Также во многих школах есть вопросы к системе отопления и канализации. По воде, по горячему водоснабжению у нас в 31-й школе там нужно будет провести еще дополнительные работы. В 26-й школе. У МЧС практически все объекты приняты. Есть небольшие замечания, но они до 1 сентября будут устранены. И органами Роспотребнадзора также большинство учреждений школ принято к учебному году. 1 сентября откроет свои двери и новая школа номер 36. Она к приему ребят полностью готова. Пока в учебном заведении будут получать знания 1100 ребят. В этом году в ней не будет 11 класса, зато откроются 3 десятых и сразу 9 первых. Большинство учителей – молодые специалисты. Добавим, что всего в Великом Новгороде за парты сядут 24 тысячи ребят.